последняя вещь, я буду в первом отделении, которая называется матон. Матон по-цыгански – это человек нетрезвый. Но в первую очередь, конечно, от любви. Потому что если у человека в душе нету сердца, счастья, он будет, даже и выпить много, он будет просто пьяница. А так, по-цыгански это матон. Матон – это содержание такое очень-очень хорошее. Плюс алкогольное опьянение. Yeah.